микрофонов. Богатов ракурсов. Приветствую еще раз вас, поклонники пляжного волейбола. Мы начинаем свое второе включение с этапа чемпионата России в Солнечном, Санкт-Петербурге. Сейчас мы будем смотреть вам с вами трансляцию мужского полуфинала. Первый полуфинал у нас уже стартовал, а второй немножко с небольшим опозданием у нас стартует, который мы с вами будем смотреть. Я пока про другой полуфинал скажу. Там встречаются Валерий Самада и Тарас Мыскев против Константина Семенова и Лилии Шукова, которые, безусловно, фавориты, конечно, этого этапа у нас. Там технический тайм-аут только что закончился, 13-8 в пользу Константина Семенова и Лилии Шукова. Ну, в общем, все прогнозируем закономерно. Касательно нашего полуфинала, у нас встречается петербургская пара, Василий Андрианов и Антон Сафонов. И будут они играть. Они по сетке виннеров прошли, не потерпели ни одного поражения. Значит, встречаться соперники их будут, только что они играли за выход в полуфинал против Димы Василевского, Остапа Фирсова, Юрий Богатов и Павел Ракусов. В общем, все ребята достаточно известные, в особом представлении не нуждаются. У Юры Богатова большой опыт выступления, в том числе на турнирах в мировом туре, на различных европейских турнирах, поэтому известные игроки. Не знаю, как сложится полуфинал. Более-менее ровные пары. Ну, не было, хорошо подразмялись в предыдущей игре Юрий Богатов и Павел Ракусов. Не знаю, насколько им это поможет, либо на самом деле в минус, наоборот, сыграет вот эта вот первая игра, тем более она из трех партий состояла. Вот. Вася с Антоном отдыхали, разминались, наверное, минут 20, не так много. Как по моей практике, когда я наблюдаю за этой парой, ну, чуть-чуть, не сразу они в игру входят, некое время на раскачку требуется, так что, возможно, будут в начале шансы получше у Юрия с Павлом. Оставляется представление команд. Женские полуфиналы стартовали. Уже продолжается, играют. Результаты я пока не вижу. Нет, не видно мне сейчас отсюда результаты, поэтому не будем отвлекаться. Давайте к нашему полуфиналу вернемся. С подачи начинают Богатов Ракусов. Павел Ракусов подавал, Антона Сафонова. Есть доигровка. Здорово, Антон тащит в защите. Отлично, разобрался. Очень здорово, 1-0. Поднабрали форму ребята. Антон с Василием на одном из этапов. Они уже дошли до финала, где, кстати говоря, Константину Семенову и Лили Шукову проиграли. Там практически борьбы у них, к сожалению, не получилось. Вот. И здесь они в родном Санкт-Петербурге. Волейбольный клуб «Приморец» представляют ребята. Павел катит очень хорошо в линию. Ровный счет 1-1. Во втором мужском полуфинале здесь мне видно очень хорошо достаточно результат. Один-один. Василий очень активно, с хорошим, хорошо снимается. 2-1. Не представил по номерам игроков как-то, да, для меня самый разумеющий, кто из них кто. Вася Андрианов под первым номером, вот он сейчас на подаче. Антон Сафонов под вторым, по очереди, как правило, на блок они ходят. Оба универсальные игрока. Ну, Василий немножко повыше, но в принципе, в большом счете, для пляжного волейбола не самые высокие ребята. Юрий Богатов под вторым номером на блоке и Павел Ракусов под первым. А вот подача в аут. 3-2. Ровненько все пока у нас в этом полуфинале.
Хорошо, Павел снимается. Ровный счет, опять же, 3-3. В паре Ракусов-Богатов четкое распределение обязанностей. Паша Ракусов защитник и Юрий Богатов блокер. Решили в Юрия проверить. Хорошо цепляет Антон на блоке. Вот ошибается. Очень обидно Василий Андрианов до игровочки. Хорошую возможность создал для него напарник. Антон хорошо цепанул. Несмотря на то, что разница в росте достаточно приличная с Юрием Богатовым, но зацепил хорошо на блоке. 4-4. На блоке хорошо Юрий сыграл. И здорово Василий до игровочки. 5-4. Отыгрался от блока. Ошибка на подаче. Не получилось подкинуть хорошо, мне показалось, Антону мячик. Соответственно, подача не получилась. Ветерочек поднялся у нас. Уже, мне кажется, он так будет оказывать влияние на игру. Вот уже сейчас как раз перелетел мячик не без помощи ветра на чужую сторону. И Юра здесь очень четко отработал 6-5. Проконтролировал мяч. Василий Гуленкин у нас главный судья матча полуфинала. Начали ошибка у Антона. Видели, показал, что передача была отличная, но исполнена не очень хорошо. 7-5. Небольшой гандикапчик себе создали Юрий с Павлом. Ай-яй, прием на сетку. Есть доигровка у Ракуса. Да, Павел хорошо очень реализует. 8-5. Ну, пока мои такие вот ощущения, предположения по началу игры сбываются. Хорошо размялись. В первой игре Юрий Богатов и Павел Ракусов. Пока что они выглядят поувереннее. С блоком хорошо. Хорошо атакует Антон Сафонов. Смена сторон у нас прошла. Счет 6-8. Мяч тут прямо к нам прилетел. Каким-то чудом наша техника осталась жива. Вроде не сильно. Вот, хороший блок Антона. Очень хорошо, по месту. Отлично, 7-8. В полуфинале женском Новикова-Суховеркова против Моисеевой Сырцевой 12-9 в пользу Саши Моисеевой и Кати Сырцевой. У нас тут съем тем временем. Павел Роксов снялся. 9-7. Ой-ой-ой. Сбил прием Василий Андрианов. 10-7 счет.
Немножко небольшая неразбериха была у Антона с Василием. Хорошо, хорошо здесь сыграл. Ну, Вася. 8-10. Второй мяч прилетел к нам на другой площадке. Во втором мужском полуфинале вторая партия началась, счет 2-2. Там, напомню, Тарас Мыскив, Валерий Самодай против Ильи Лишукова и Константина Семенова играет. Первая партия за Константином Сальвей. Не в ту сторону у нас, по-моему, судья счет перевернул. Да, разобрались. 9-10. Здесь все четко. Что-то, по-моему, перемудрили Юрий с Паулом. Не понимаю, что они играли, но, во всяком случае, пол площадки оставили пустой. И Антон, конечно, здесь закатил вообще очень просто все. Легкое очень очко. Ровно счет 10-10 сравняли Антон с Василием. Юрия решили передернуть. Ой-ой-ой, какая... Умудрился пройти. Просочился как-то Юрий Богатов. 11-10. Технический тайм-аут у нас. Что, посмотрим, что у нас на женских полуфиналах. Саша Моисеева, Катя Сырцева 15-12 выигрывают у Елизаветы Новиковой и Ксении Суховерховой. Второй женский полуфинал мне плохо видно. Что касательно мужского полуфинала второго, Илья Шуков сейчас снялся, счет стал 4-4 во второй партии, первая за ними. Сейчас я все-таки увижу, кто там у нас, что у нас на женском, на втором полуфинале. Нет, к сожалению, не получилось у меня увидеть там. С моего места судья загораживает, секретарь точнее, который на счете сидит, загораживает счет, и не видно мне отсюда. Попросил Паша Рокусов мазь какую-то, по всей видимости, что-то беспокоит его. Закончился у нас, точнее, технический тайм-аут. 11-10. Ой, нет. Хорошо. Подстраховался в защите. Антон. Хороший съем, 11-11. Отличный блок в исполнении Васи Андрианова. После технического тайм-аута у нас... Два очка набрали Василий Андрианов и Антон Сафонов. Вот, сейчас есть возможность еще одно очко набрать. Ой, отлично. Касание блока, по-моему, было. Нет, касания блока не было. Мне показалось. Все, счет ровный. 12-12. Что-то там секретарь на счете мудрит. Периодически. Не очень удачная обработка у Паши. Приходит на ту сторону. Бежит, да, Юрий добегает. И хорошо выпасовывает. Просто отлично. Есть доигровочка.
Хороший очень розыгрыш. Неплохо в защите играет Антон. Антон справляется. Ну, до игровки. 13-12. Василий Андрианов, Антон Сафонов выигрывают. Юрий Богатов и Павел Ракусов. Единственная пара, которая смогла отобрать одну партию у Константина Семенова и Лилии Шукова. В трех партиях вчера у них игра закончилась. На сразу отличная передача от Антона. Василия Андрианова и Вася очень хорошо снимается. Без шансов. 14-12. Ошибается Василий на подаче. 13-14. Пока ничего такого сверхъестественного у нас в игре не происходит. Снова на сразу. На этот раз Антон у нас Илья левша. И очень хорошо ему, конечно, со второй зоны такие на сразу атаковать мячи удобно. В этом плане они так друг друга дополняют. Вася очень хорошо. 15-13. Смена сторон у нас прошла. Хороший кат очень. Без вариантов, даже не попытался сыграть этот мяч Антон, ну хорошо очень покатил. Траектория была не очень высокая, нет. Попробовал погадать Вася. Ветерок немножечко у нас задувает, причем он как раз в сторону залива, он в большей степени и ветром поддуло. Вот площадку вернуло. 15-15. Прием отличный у Антона. Кат отличный, изумительный. Очень рационально Антон играет. Когда надо сильно ударить, сильно ударит. И если видит, что бить абсолютно не обязательно, всегда найдет возможность покатить. Так, ходовое направление заказал. Показал на блоке, точнее, Антон. Юрий решили подать. Да, сработало. Ну, будет доигровка у Паши. Отлично. Отличная обработка сверху. Нет, атаковал. Очень хороший разыгрыш. 17-15. Здорово, пара сыграли. В втором полуфинале, насколько я понимаю, у нас технический тайм-аут. Счет я не вижу. Тайм-аут взяли Юрий Богатов и Павел Ракусов. Посмотрим, что в женских полуфиналах. Александра Моисеева и Екатерина Сырцева у нас имеют сетбол 20-17. Они выиграют у Елизаветы Новиковой и Ксении Суховерховой. Второй полуфинал я по-прежнему счет, к сожалению, не вижу отсюда. Что касательно мужского, ну, технический тайм-аут при счете 12-9 в пользу Валерия Самодая и Тараса Мыскива. Есть доигровка у Тараса. Да, и он реализует ее. 13-9 повели Тарас с Валерой. Ну, хорошо бы, чтобы там тоже борьба была. Ошибается при переводе на сразу Юрий Богатов. 18-15. Ну, было бы на самом деле справедливо, чтобы местная пара у нас добралась до финала. Ни в коем случае не желая неудачи какой-то Паше Ракусову и Юрию Богатову. Симпатичная пара, бойцы.
Интересно наблюдать за ними. Павел периодически, конечно, чудеса в защите творит, но что-то его беспокоит. Вот попросил там мазь согревающую ему. Юрий пока готов будет подавать. Он с приемом справляется и катит очень заблок хорошо. Все четко, грамотно. Это же не первый раз, да, мы его в исполнении не видели. А во втором полуфинале Тарас с Валерой уже 16-10 ведут. Сейчас увидел, как шикарный блок поставил Илье Лешукову Валерий Самодай. Сейчас без блока оставили его. Илья там влупил со всей силы площадку. А сейчас Юра Богатов тоже, в свою очередь, на нашей площадочке очень хорошо лизал свой момент. 17-19. Попросил ходовое направление закрыть. Юрий просочился. Антон не без доли везения сносил руки неплохо, но, по всей видимости, вынес не очень хорошо Юра Богатов. 20-17. Сетбол у пары Сафонов-Андрианов. Нельзя ошибаться на таких подачах. Наказание может быть очень неприятным. Тайм-аут взяли Антон Сафонов и Василий Андрианов. Ну, правильно, сделали. Что у нас во втором мужском полуфинале? 17-12. По-прежнему впереди Тарас Мыскив и Валерий Самодай. 18-12 уже очко набрали. Вторая партия в полуфинале Моисеева Сырцева против Новиковой Суховерховой. 2-3 на подаче Саши Моисеева будет, пока уступают они. Первая партия за ними. У нас тайм-аут закончился. Ошибся Антон. Два сетбола Павел с Юрием отыграли. Помним, да, что перед тайм-аутом Василий не подал. Неприятная подача. 20-20. Ну, не то чтобы я пророк, но, во всяком случае, это просто очень часто бывает. Если вы смотрите пляжный волейбол, то такие ошибочки в концовках, они зачастую наказываются. 20-17 ввели Василий Андрианов, Антон Сафонов, и вот уже 20-20, и срывает Василий прием, и еще и ошибается в атаке. 4 очка подряд набрали, это после своего технического тайм-аута Василий Андрианов и Антон Сафонов. Точнее, отдали, не набрали. Набрали-то как раз их соперники. И вот уже первый сетбол у Юрия Богатова и Павла Раксова. А в женском полуфинале Катя Сырцева и Саша Моисеева уже ведут в счете 5-4. Нет, на этот раз снялся. Смена сторон, 21-21. Во втором мужском полуфинале счет немножко подсократился. 16-19, Илья Лешуков на подаче. У нас Антон Сафонов будет подавать. Ой, не-не, но по месту блок очень неудачный, мне кажется, получился у
Вася Андрианова, просто не через него, а сбоку от него Павел прошел, очень много места оставил. Два-двадцать один. Немножечко у нас ленточка тут неаккуратно. Попросил ее поправить, Павел Роксов. Ну так, 23-21. Три сетбола не реализовали Василий Андрианов и Антон Сафонов, и соперники их наказали. Первая партия за Юрием Богатовым и Павлом Ракусовым. Ну что, вернемся к другим. К другим играм. Мужской полуфинал. Счет 18-20. Ошибся сейчас Валера Самодай в атаке. Пытался за блок скатить, но не получилось. И тайм-аут они берут. Женский полуфинал. Счет ровный 7-7. В соперничестве Александры Моисеевой, Екатерины Сырцевой, Елизаветы Новиков и Ксении Суховерковой. И во втором полуфинале у нас третья партия, я так понимаю, да. Дарья Рудых и Елизавета Заянчковская будут с Дарьей Мастиковой и Анастасией Петруниной играть в третью партию. Еще не начинали там девочки, поэтому... Ну, счет мне отсюда, к сожалению, не видно, поэтому результат узнаете обязательно. После этого полуфинала у нас будет трансляция женского матча за третье место. Перерыв будет совсем небольшой, а у нас тем временем вторая партия на мужском полуфинале. Хороший кат. Отличный кат в исполнении Павла Роксова. Да. Не самый медленный игрок Антон Сафонов, но не успел добежать. Опять же, не понял я, что, по всей видимости, ходовое направление должен был Юрий Богатов закрывать, но что-то Павел решил свою зону не закрывать линейно. Опять кат, но кат в этот раз по направлению хороший, но не попал. 2-1. Прием очень качественный, аккуратненький и хорошо очень скрутил. С 2 по 2, шикарно. Технику ребят, конечно, очень хорошая. Приятно наблюдать тем, кто начинает, может быть, в пляжный волейбол играть. Одно удовольствие, мне кажется, наблюдать за техническим исполнением элементов, исполнением участвующих пар. Удачи в аут. Этот элемент мы не будем подсматривать у Юрия Богатова. Прочитал этот кат Антон. Но блоком отработал Юрий. 3-3. Очко до смены сторон. Что у нас происходит в другом мужском полуфинале? Там третья партия у нас стартовала. Вторую выиграли Валерий Самодай и Тарас Мыскив. И 2-1 они повели в третьей партии. Очень четко в защите. Не дергался никуда. Павел Ракусов, и сейчас тоже отличный был показ. Да, удары по линии и скатил 2 по 2. Отлично. Технический тайм-аут во втором женском полуфинале при счете 11-10 в пользу Саши Моисеевой и Екатерины Сырцевой. Мужской полуфинал, счет 2-2. Второй у нас счет 5-3. Трос помогает
сделайте из Паулу Раксо. Очень хорошая подача была. Антон справляется. Отыгрался, да, отыгрался от блока. Было у меня небольшое подозрение, что касания блока не было, но нет. Четко в блок попал. 4-5. Валерий Замада и Тарас Мискев повели во втором полуфинале 4-2. Без блока оставили Пашу Раксова. Ну, хорошо, он разобрался здесь. В шестерку хорошо пробил, достаточно сильно. 6-4. Блок Юрия Богатова. Отлично. 7-4. Во втором мужском полуфинале в третьей партии еще сравнялся 4-4. Валерий Самада сейчас атаковал в аут. Хороший диагональный кат. Длинный в исполнении Антона Сафонова. Увидел он, что дернулся в линию в защиту. Павел Ракусов. 5-7. Не успевает, не успевает. Загадывает ходовое направление, стоит до последнего в защите Антон Сафонов. Последний момент дергается в линию. Но вот не хватает при сильном съеме, при хорошем, просто не хватает времени, места занять в защите, чтобы обработать хорошо. Подача в аут. Счет 6-8, смена сторон у нас. Саша Моисеева и Катя Сырцевич 14-11 выигрывают во втором полуфинале. И да, у нас женский финалист первый определил. Нет, не определился, еще продолжает играть. Это просто смена сторон у девочек. Прошу прощения, что отвлекаюсь от нашей игры. Так, я думаю, что интересно болельщикам, которые следят за этапом чемпионата России, за тем, как происходит борьба, проходит в других матчах. Ошибся Павел Раксов. 7-9 счет. Во втором полуфинале пока ровно 6-6. Тарас Мыскив на подаче. Отлично, Тарас там в защите тянет мяч. И в доигровке ошибается, к сожалению. 7-6. Вон там очень хорошая подача сейчас была Сафонова. И Юрий Богатов ошибается. Ну, ветер-ветер немножечко. Тут порывы. Возможно, даже вам микрофон слышно. Ветерка. Издуло явно сейчас мяч. И тайм-аут, да? Тайм-аут берут. Юрий Богатов и Павел Ракусов. 9-8. Что? Подглядываем за тем, что происходит в мужских полуфиналах. Блокаут в исполнении Валерия Самадая. Константин Семенов в привычной манере после неудачного блока берется за сетку, тянет ее вниз. 7-7, ровный счет. А женский полуфинал. 16-13. Александра Моисеева и Екатерина Сырцева во второй партии ведут против Елизаветы Новиковой и Ксении Суховерховой. Во втором женском полуфинале одна из пар тайм-аут взяла. Счет не вижу, опять же. Мужской полуфинал. Лешуков-Семенов против Мыскева-Самадая. Счет 8-7 на подаче Константин Семенов. Счет в их пользу пока. Отличная доигровка. Есть? Да. Здорово. Переходящий мяч Вася Андрианов сыграл.
за блок. Ровный счет 8-8. Плюс 2. 9-7 повели Лешуков-Семенов. Во втором полуфинале тайм-аут сразу берет Тарас Мыскив. Отличный эйс в исполнении Антона Сафонова. 10-9. Прием. Есть еще одна возможность доиграть мяч у Василия Андрианова. Нет. Атака прямо в Павлов защитника. Хороший кат, но в защите поднимает тоже Вася хорошо. Нет, так перекатить очень сложно, Юрия. Очень грамотно. 10-10. Хороший розыгрыш. Этот кат прочитал отлично Паша и разбирается здорово. Технический тайм-аут 11-10 в пользу пары Богатов-Ракусов. О, передавил тут на втором полуфинале Валера Самада и Константина Семенова. Просто мощно там. 8-9. Сеточный мяч шикарно сыграл. Так, что у нас у девочек творится? Александра Моисеева и Екатерина Сырцева 19-16 выигрывают во второй партии. Доигровка. Хороший розыгрыш. Вообще интересный полуфинал на старой мужской, который мы, к сожалению, с вами не видим. Слышите аплодисменты, очень много болельщиков тут собралось. 10-8 в пользу Константина Семенова и Лилии Шукова пока в третьей партии. Давай, давай, понадёжней подачку. У нас технический тайм-аут закончился. Отличная подача, но прием вполне себе у Васи. Ну и стучится в блок Василий Андрианов. 12-10. Не рискнул катить за блок, решил ударить на силу, но ходовое направление четко очень закрыл Юрий Богатов. Во втором полуфинале 9-10 счет на подаче Валерий Самадай. Ну что, у нас закончился полуфинал. Первые женские Екатерина Сырцева и Александра Моисеева стали первыми финалистами в женской части. Остальные полуфиналы продолжаются. Илья Лешуков зарабатывает очко. 11-9 счет. Ай-яй-яй-яй. Отлично. Очень умно сыграл Павел Ракусов. Поймал на противоходе Вася Андрианова в защите и хорошо очень закатил ему по длинной диагонали. 13-11. И в свою очередь длинная диагональ проходит у Антона Сафонова. Обменялись такими похожими элементами. По-разному атаку провели. Один крабом, второй просто закатил, но так все практически то же самое. Проходит блок. Не получилось снести достаточно далеко у Васи Андрианова руки, и не смог он ходовое направление закрыть. 14-12. Блок. Исполнение Богатого. Меняет. Направление. Периодически либо ход закрывает Юрий Богатов, либо линию
Он сейчас, ну, происходит это опять же в последний момент по договоренности между напарниками. И сносят руки. А вот хорошо, нас сразу сыграет. Почти поймал Павел Ракусов этот мяч в защите, но недостаточно хорошо подбил. 13-15, смена сторон. А, второй полуфинал мужской. Хьюдж блок в исполнении Константина Семенова. И 14-10 и 4 матчбола. Я думаю, что сенсация не случится. Константин Семенов или Илья Лешуков станут первыми финалистами. Так, у нас пока что ближе к финалу Юрий Богатов и Павел Ракусов в нашем полуфинале. Ну, все еще может поменяться. Хорошо под ленточку попал Антон Сафонов. Во втором полуфинале еще ничего не закончилось. Смена сторон при счете 11-14. Хорошая подача в шестерку, она разбираются ребята, и отличный съем у Павла. Семнадцать четырнадцать. Небольшая пауза у нас. Мячик убрали с площадки, поправили ленточку. Антона подача. Хорошо очень исполнил, хорошие каты у него получаются вот эти по линии за блок. Не раз уже мы видели его исполнение. 15-17. В Юрия передернули, хорошая подача, но Юрий справился в защите. Нет, не удалось доиграть. В свою очередь очень остро атаковал. Восемнадцать пятнадцать. Все ближе у нас концовка. Второй полуфинал закончился. Константин Семенов, Илья Ишуков третью партию выиграли 15-11. 19-15. Богатов, Ракусов повели. Хорошее преимущество. Поздновато, наверное, тайм-аут взяли Василий Андрианов и Антон Сафонов. Уж очень большое преимущество у их соперников. Второй женский финал тоже закончился. Полуфинал тоже закончился. Кто там выиграл, я, наверное, через какое-то время вам скажу. По-моему, Дарья Мастикова с Анастасией Петруниной выиграли. Боюсь ошибиться. Но очень похоже на то. А может, я ошибся. Вижу счет 15-10, по-моему, в третьей партии. А вот в пользу кого? Не очень понимаю. Ладно, сейчас скоро узнаем. Следующая трансляция у нас будет матч за третье место, так что там все видно будет. 20-15. 5 матчболов у Юрия Богатова и Павла Ракусова. Не получилось на домашнем этапе у Антона Сафонова и Васи Андрианова. Это я немножечко вперед, конечно, забегаю, но маловероятно, что удастся ребятам вытащить эту партию. Шестнадцать двадцать. Ошибается Антон на подаче.
Счет 21-16. Вторыми финалистами становятся Юрий Богатов и Павел Ракусов. Очень достойное выступление. Молодцы. Здорово играли, ребята. У Антона с Васей, ну, нельзя было отдавать, конечно. Нельзя было, конечно, отдавать первую партию, где 20-17 они вели. Ну, ребята сами все понимают, всякое бывает. Вот так вот. Один раз можно не подать и упустить шанс выйти в финал. Я бы даже так сказал. Все полуфиналы у нас закончились. Матч за третье место мы в скорости увидим. Делаем небольшую паузу. Соперников представлю уже, видимо, в ходе прямой трансляции матча за третье место у девушек.